Так только что записал обзор на произвольную программу, так что всем бегом смотреть на Boosty. Ну, довольно слабо сегодня все было. Единственное, две фигуристки можно выделить. Это Рита Чебурахина и Лиза Николаева. Рита порадовала своей презентацией, но, к сожалению, все остальное проседает, совсем не хватает сил, свежего дыхания в программе, легкости. Ну и, пожалуй, самый убедительный прокат сегодня был у Лизы Николаевой. Девочка складная, пластилиновая, но катается в деревянном стиле. Все дерганное, резкое, вот эти вот движения, они все портят. Программа, кстати, тоже хорошая, прям подходит ей, но именно стиль не тот. Стиль прям какой-то деревянный, все резкое, все в разные стороны, но это не дело. А так прям складная, пластилиновая, из нее можно слепить много чего интересного. В общем, замучился я, полный обзор на все прокаты на Boosty, так что бегом все смотреть там.